Всем привет! Продолжаем рассматривать картины «Семь деяний милосердия». Картина итальянского художника Караваджо, написанная им в 1606-1607 годах по заказу церкви Пио Монте Делла Мизерикодия в Неаполе, где она находится и в настоящее время. «Семь деяний милосердия» – христианская традиция, восходящая к Библии. В соответствии с Евангелием, католическая церковь перечисляет 6 деяний милосердия. Первое – накормить голодного, второе – напоить жаждущего, третье – дать приют страннику, четвертое – одеть нагого, пятое – посетить больного, шестое – посетить заключенного в темницу. К ним добавляется и вес из Ветхого Завета. Седьмое – похоронить мертвого. Обычно все деяния изображались на картинах отдельно. Но Караваджо создал сложную композицию, разместив все деяния на одной картине. Справа нарисована сцена, в которую, испуганно оглядываясь, женщина кормит грудью заключенного в темницу. Рядом написана сцена, в которой два могильщика выносят вперед ногами мертвеца, освещая дорогу факелами. Слева показывается, как юноша разрезает шпагой свой плащ надвое, чтобы отдать его двум нищим, причем один из них наг, а другой болен, видны костыли. У левого края хозяин гостиницы приглашает к себе странника. За ними библейский Самсон утоляет жажду из ослиной челюсти. Сверху Богоматерь с младенцем и два ангела наблюдают за происходящими событиями. Надо сказать, что работа произвела сильное впечатление на заказчиков, и они поклялись, что впредь это творение ни за какие деньги не должно покидать главный алтарь церкви Пио Монте. Один из влиятельных грандов, близких ко двору, граф Хуан де Тасис Вальдельмьяна, загорелся желанием приобрести творение Караваджо за 2000 скуды, или если хозяева за артачество, хоть бы снять с него копию. Местный живописец Баттистелло уже дал согласие выполнить просьбу испанца, который был без ума от римских работ Караваджо. Готов был пойти на все, чтобы стать обладателем хотя бы копии шедевра. Однако молодые хозяева картины не поддались соблазну и не пошли на уступки. Они отвергли все притязания не в меру настойчивого богатого чужестранца. Принятое ими решение в 1607 году свято соблюдается до сих пор. Рядом с картиной стеклом выставлен как ценная реликвия договор с художником на ее написание с указанием суммы выплаченного гонорара 470 золотых скуд. Полотно никогда не покидало свое место у главного алтаря. Маркиз де Сад, увидевший полотно в 1776 году, писал, что картина настолько почернела, что, по правде говоря, ее невозможно разглядеть как следует. Искусствовед Бернард Беренсон отозвался о работе как о гротескной и сумбурной. Вот такое описание в интернете я нашел о картине Караваджо, которая называется «Семь деяний милосердия». Хост Масла, 1607 год. Пока-пока, до свидания, всего хорошего.